Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать про свои зимние удочки, которые я использую для ловли на балансиры и на блесны зимой. Сезон зимний у нас еще не начался. Повсюду открытая вода. Температура у нас вот сегодня 6 января плюс 3 градуса на улице. Но я думаю, сейчас много где такая погода. Итак, удочки, которые я использую для зимнего блеснения. У меня их три. Для тяжелых весов, для средних и для легких весов. Итак, давайте начнем по порядку. Итак, первая удочка — это удочка для тяжелых балансиров и блесен. Называется iSudak. Я уже как-то делал обзор на эту удочку. Можете по ссылке посмотреть, если кому будет интересно. Единственное, что я изменил в этой удочке, это поменял катушку. Сейчас я поставил катушку обычную пластиковую, диаметр ее 65 миллиметров. Стояла у меня вот такая вот катушка довольно мелкого размера. В чем минус этой катушки, в принципе, почему я ее поменял? Это маленький диаметр самой катушки, это первое. Второе, задняя часть сделана из металла, и при достаточно небольшом морозе снег уже начинал налепливаться, примерзать к самой этой катушке. И еще один недостаток — это то, что иногда леска подпадала вот сюда, вот в эти пазы между задней стенкой и самой катушкой. В принципе, поэтому я и поменял. Плюс этой катушки заключается в том, что, как я говорил, во-первых, диаметр больше, во-вторых, она все-таки легче, чем та катушка, хоть и меньше, но за счет металла она была тяжелее. Единственное, что еще я теперь ставлю на такие вот удочки для тяжелых весов, это я уже начал ставить вот такие короткие, если видно, оно будет на видео, стальные поводки. Игре больших балансиров и блесен они не мешают, но уже уменьшило у меня количество срезов, ну, достаточно хорошо. Леска здесь стоит все та же 0,25 диаметр от фирмы Salma. В принципе, леска меня устраивает, менять ее пока не собираюсь. Следующее удилище я использую для ловли на небольшие, так скажем, на средние балансиры и блесна. Называется оно Team Salma Travel 60. Удочка поставляется вот в таком чехле. Ну, чехол, я думаю, не используется. По крайней мере, я каждый раз не снимаю катушку после рыбалки и не прячу эту удочку в такой чехол, поэтому смысла от него я вообще никакого не вижу. Также в комплекте шла вот такая защита колец, но, в принципе, я ее тоже не использую. Вместе с чехлом дома положил, и все, и больше не вожу с собой. Сама удочка сделана из графита, длина ее в разложенном состоянии 60 сантиметров, в транспортном состоянии 30 сантиметров. Мне нравятся такие телескопические удочки тем, что они спокойно влазят в рыболовный ящик, мало места занимают, и не надо дополнительно носить, допустим, какие-то тубусы для удочек, которые не складываются. Как я уже говорил, бланк выполнен из графита, кольца со вставками SIG антизахлестной серии. Сейчас я вам покажу их поближе. Сама рукоятка комбинированная, с нижней части это материал пробка, верхняя часть, там где гайка закручивается, это материал EVA. Катушку на удочку я поставил сюда такую же, как на предыдущей удочке, диаметр 6,5 сантиметров. Леска здесь уже стоит 0,18 диаметра. Та же леска от фирмы Salma. В принципе, лески Salma зимние меня вполне устраивают. Сюда я уже не ставлю никаких поводков металлических, потому что эта удочка больше мне предназначена для ловли крупного окуня. Но если щука попадется, если срежет, небольшая потеря. Наконец, леске я ставлю небольшие застежки, с помощью которых удобно менять сами балансиры и блесна. Вот таким образом выглядит удочка в разобранном состоянии. Она состоит из трех колен. Также на удочке имеется колечко, чтобы цеплять приманки.
хлыст удочки достаточно жесткий, поэтому даже если вы будете ловить на него что-то больше, чем окунь, то эта удочка будет достаточно хорошо просекать рыбу. Например, щуку, я думаю, она вообще без проблем просечет. Удочка достаточно легкая, хорошо лежит в руке. Приманки на такой удочке я уже использую. Балансиры — это от 3 до 5 номера. Пробовал второй номер балансира, но они уже в руку не так чувствуются, честно говоря, немного неудобно. Поэтому я вот советую 3-5. Ну, в принципе, если вы планируете только одну удочку покупать, то даже можно и семеркой вполне нормально такой удочкой ловить. Итак, следующая удочка, которая предназначена для ловли на легкие блесна и мелкие балансиры. Это тоже удочка от фирмы Salma, называется Fin 03. Длина этой удочки 31 см, катушка открытого типа 55 мм. Сразу идет с верхним тюльпаном, но я верхний тюльпан снял, просто немного зажигалкой подогреть, он легко снимается. И поставил сюда вот такой вот килочек лавсановый. Леска на такой удочке у меня 0,14 диаметра, я считаю этого достаточно для такого небольшого окунька. Ну и в принципе на такие мелкие приманки более толстая леска будет влиять на саму игру, а 0,14 диаметра считаю такой более оптимальный, но можно еще 0,15 поставить на такие вот небольшие приманки, на игру не влиять не будет. Сама удочка достаточно легкая, рукоятка сделана из пробки. Сам хлыстик вот этот очень жесткий. В принципе, поэтому я и поставил сюда лавсановый килочек, чтобы повысить чувствительность самого удильника. Приманки я сюда ставлю очень достаточно легкие. Это вот такие вот балансирчики, допустим, рапаловские второго номера. Они неплохо отбивают в руку и чувствуются на такой удочке. Ну и различные блесенки небольшого плана. Вот такие удочки лежат у меня в коробке, вернее в зимнем ящике. Я считаю для себя достаточным иметь 3 удильника. Если у кого-то нет возможности купить 3, я советую купить вот такой вот средний удильник. Поставить, допустим, леску 0,2 и ловить успешно и окуня, и мелкую щучку. Достаточно удачный удильник у Salma вышел. У моих друзей есть и по 6, и по 7 удильников в коробке. Но смысла пока что я еще не вижу в таком количестве удильников. Ну что, друзья, подписываемся на канал, ставим палец вверх. Всем пока!